Здравствуйте, друзья, мальчики и девочки, господа и дамы. С вами дядя Юра. И это вторая часть собачьей жизни кота Шуни, где вы узнаете, как Шуня попал на телевидение, как научился кататься на скейте и что он делал в ветеринарке. Смотрите. Я отниму немного вашего внимания для призыва подписываться на канал, топить нас в лайках, жать на колокольчики, и будет вам счастье, а нам будет мотивация, которая нам, в принципе, необходима. И еще такой небольшой анонс. Ждите передачу про выставку собак. И я ее буду вести не один, а нас будет двое. Ребята, это стоит того, наверное, посмотреть. Ну, не буду раскрывать свои планы. Смотрите, наслаждайтесь.